Как хочется забыться и пропасть во сне. Без ожидания и надежд парить в бессмысленном путешествии, иногда пугаясь воображаемых сцен. Страх осковывает бредящий разум, встрепенувшись, возвращаюсь к настоящему. Рука тянется к револьверу. Вот он, выключатель этого кошмара. Так просто все прекратить, нажав на кнопку и закончить все игры. Иногда в дверях появляется он, и холодным взглядом, словно сквозняком, меня тревожит. Я не знал, почему он не трогает меня. Мне кажется, он просто иногда заходит послушать треск углей в камине. Оставшись один посреди хаоса, в котором царила тишина и холод, я был рад даже такому гостю. Я поставил возле камина второе кресло, шутку надеясь, что мой печальный друг когда-нибудь присядет рядом. Но, постояв на пороге, он молча выходил, слегка пошаркивая побитыми ботинками. Один раз я нашел старый заводной патефон и решил попробовать его. Пластинка заскулила, вращаясь, и послышалось кривое пение какой-то старинной песни, родом из моего детства. Я сел в свое кресло, устроившись у камина, и закрыл глаза. Послышались знакомые шаги в коридоре. Похоже, музыка привлекла моего соседа, и он все-таки решил перешагнуть порог. Не открывая глаз, я нисколько не испугался его приближения. Возможно, я устал ждать неизбежного, и мне было все равно. Рядом заскрипело кресло, и я почувствовал, что мой молчаливый приятель все-таки решил составить мне компанию. Музыка играла, а мне все не хотелось поднимать веки. Вдруг я как будто сверху увидел две фигуры, молча сидевших у камина. И тут, смотря на медленно летящие ко мне искры огня, я понял, что умер. Ты пришел проститься со мной, дружище, или поприветствовать? Я мысленно улыбнулся, и меня понесло вверх, прочь от мирно сидящих рядом мертвецов.